Здорово, ребят. Ну, в общем, сегодня наконец-то загнал машину после моего неудачного дрифта. Вот, сейчас будем всю ночь работать. Вот, закупили все рычаги, задний привод, в том числе и балка бэушная, которую я взял. А стоимость, кстати, новой балки, да, с рычагами получается 65 тысяч рублей. Я нашел на разборке за 5 всего лишь рублей. Вот, ну, состояние такое, как бы, не очень ржавое. Вот, но тем не менее, это будет лучше, чем вот сейчас. То есть там загнут угол именно рычага. Вот, из той балки я, наверное, возьму только один рычаг, потому что увело только его. Вот, ну и, соответственно, все рычаги передние менять буду, потому что они уже все сдохли. Вот, и заказал еще также рулевые тяги с наконечниками. Воздушный фильтр, вискомуфта, вот, масло в редуктор, масло в коробку. Ну, короче, полный апгрейд будет в технической части. Ну, по ходу дела буду короткие видео показывать, как процесс идет. Все. Ну, в общем, вот колеса снял, защиту на 6 болтах держалась. Чуть ее тоже подзагнул один угол. Все, сейчас будем приступать к разбору всех рычагов. Само днище как выглядит. В очень неплохом состоянии до 93-го года. То есть видим, да, здесь даже сварочных швов нету. Здесь только вареные. И была ничего не сказать. Как вот эта ебалашка называется, где у нас болты обламывают? Типа цапва или как-то так называться должна по имени. А, ну да, в принципе она в сборе идет со стойкой вместе. 2 болта с одной стороны, один обломили с другой. Геморрой. Чашка. Норвеги не вылезали на. А? Не на Веги, да, вылезали. Да, да, Норвегия, Дания. Предлагали тебе? Ну, что такое предлагали? Что не предлагали? Чем не предлагали? Масливый чувак. А вот в Голландии на холодле отдыхать. Полпозди. Ну, тема, да, пацаны гоняли, короче, потратили по 70 тысяч, проехали пол Европы. Машину брали, как бы, в аренду. Ну, это было, правда, уже так относительно давненько, лет 5 так назад. Да, казаки, пойдем, такой хуйня, кто ли. На. Самый то, нахуй. Секс, тёлки, наркотики, нахуй. Рок-н-ролл, блядь. Синька, да, блядь. Посыпай. Ну да, обломился, короче, бол, блядь. И пиздец. Короче, ебаться здесь не будем, нахуй. Вот тут заварим сейчас, блядь, и все, нахуй. Ебал я новую стойку покупать. Будет так, по-колхозному, короче. Иначе никак. Будет по-русски на немецкой машине. Да.
Вот, практически все, рычаги поменяли, все заебись. Наконечники, блядь, живые. Рулежка должна быть отличная, блядь. Он закончили. Как я могу его, блядь, показать и рассказать, блядь. Я с ним, блядь, грубо говоря, с детства. Будем менять вот этот рычаг, короче. Загнуло. Где-то тут было видно, блядь. Сейчас не вижу, блядь. Темно, блядь. Хорошо видно, что наискосок стоит, да. Да не, вот взяли правый рычаг, поставили. Но визуально видно, что немножко есть все равно дефект. Немножко обломлен. Колесо поставим, посмотрим. Как оно будет? Визуально. А? Да. Что пизда? Да нет, вроде так нормально, ровное. Да. Сейчас колесо поставим, посмотрим. В любом случае, хотя бы так пока оставить, там посмотрим, поезжу. Ну вот, короче, и завершилось. Завершился ремонт подвески. Единственный шланг завтра тормозной поставить, новый заказать. Говорили то же самое, что и с левой стороны. Короче, везем балку. Вторую уже за неделю. Была сложная, оказывается, надо простую. Вот. Сейчас поставим. Все должно быть Короче, второй день ебатории с этой BMW. В общем, снимаем балку полностью. Снял глушитель. Сейчас привода откручиваю. Правый открутил, сейчас левый. Короче, проблема, что вот эти болты шестигранники, блядь. Они, блядь, не знаю, как назвать их, короче. Просто говнище полнейшее, блядь. Приходится заколачивать, блядь. Все равно, сука, срывается, проворачивается. Это, короче, жопа. Работаем дальше. Будем снимать редуктор. Короче, такой вот процесс идет у нас. Стойки откручиваем. Сейчас вот еще основную гайку, которая держит вот ее, отдадим. Будем отдавать вместе с редуктором всю заднюю балку. Вот. Тут еще остается нам. Гайки так просто зафиксировали пока, чтобы не упало все вместе. Будем придерживать уже. Вот. Короче, ебала. В общем, отсоединил датчик. С этой стороны стой тоже. Тросик с этого самого ручника, да? Походу, или что это у нас? Похоже на него. Так, тут еще датчик какой-то. Честно, не знаю, что он отвечает. Вот. И, короче, такая вот проблема, блядь. Домкратили, вот, пожалуйста, блядь, нарисовалось гнилое место. Печально, конечно. Ну что, ребят, вот так выглядит задняя часть BMW E34. Сняли все это дело. Так оно выглядит.
Вот сейчас ставлю обратно редуктор, прикручиваю. Механик мой уже устал, уже парень работает реально сутки без передышки. Дал мне указание, что делать. В общем, кручу сам пока что. Он придет и будем уже ставить обратно. Все. Да, поменял масло я в редукторе. Тут откручиваются два вот эти болта. Нижние сливаем, верхние заливаем. 1 литр всего нужно. Вот. Заливали вот такое масло. Vitaltech Wolf. Говорят, неплохое. Full Synthetic Transmission Fluid. Ну и сайлентлоки, соответственно, большие вот эти новые прессовывали. Такие дела. We'll be right back.
Все, ребят, все. Время 6 утра. Наконец-то мы доделали, поставили балку. Теперь у меня правая сторона стоит ровно. Осталось сделать развал. Все, дело шито-крыто. Живем.